Один из крупнейших в европейской истории кладов обнаружен на британском острове Джерси. Его нашли с помощью металлоискателя два археолога-любителя. Из подземного тайника извлечено несколько десятков тысяч золотых и серебряных монет, общий вес которых 3/4 тонны. По оценкам экспертов, находки более 2000 лет. Ученые считают, что деньги могли быть спрятаны на Джерси французскими кельтами перед приходом войск Юлия Цезаря. Приблизительная стоимость клада – 16,5 миллионов долларов.